Специальный корреспондент радио Катунь ФМ Глеб Полянский победил в конкурсе творческих работ на тему безопасности дорожного движения. Программа «Патруль ГИБДД» была признана лучшей в номинации «Радиоматериалы или музыкальные произведения». Глеб Полянский уже не раз становился победителем этого конкурса. Он уверен, работа журналиста должна приносить реальную пользу людям. Конкурс проходит ежегодно. В нем отмечают лучшие работы журналистов радио, телевидения, печатных и интернет-изданий. В этом году на конкурс было прислано более 50 работ из 13 средств массовой информации. Особое внимание жюри уделило освещению проблемы детского травматизма на дорогах. Самое лучшее, если наша работа будет иметь какие-то полезные, конкретные результаты. То есть в данном случае это ликбез правовой и, как следствие, снижение аварийности на дорогах.